В Алматы готовятся к весенним паводкам. Ежедневно сотрудниками ДЧС и касс сельзащиты ведется мониторинг водоемов и русел рек во всех районах города. Обстановка сейчас стабильная. Для беспрепятственного пропуска талых и ливневых вод при наступлении потепления очищают арочные сети. В очистке участвуют 10 подрядных организаций. Кроме того, укрепляется берега рек. Эти работы будут завершены до конца марта.